Так, наше время пришло. Исполняю роль Шахерезады. Поехали. Так, Ирина Александровна Савини, здравствуйте. Вот, сегодня, дочка, ты наш гость почетный. Почему? Поймешь потом ниже. Через сколько-то минут. Так, но начинаем не с тебя. Я получаю вот это вот от Сергеева Николая Георгиевича, вот это вот письмо. Вот он. Его телефон, все в открытом доступе. Видите? Вот. Теперь, раз я его... Вот это я не смог. Сейчас покажу. Вот это я не смог. Так, Сергеев. Так, это у меня. А, вот. Все по-английски, да по-английски. Когда-то скоро русский забудем. Смотрите, что он мне прислал. Он мне прислал вот это объявление. Я хочу, чтобы все его увидели. Сегодня 22 августа. Поздно, нет, сейчас посмотрим. Вот, на Урале много наших. Целый месяц еще. Приглашаем принять участие в красивом, интересном, вкусном празднике. Он у нас, Николай Георгиевич, не просто лидер. Вот еще раз полюбуйтесь на него. Вот. Стесняется, сейчас увидим. Так, ага, вот он, да. Он не просто лидер. Он суперлидер. Он один из организаторов праздников садоводства, и не просто праздников, а фестивалей и прочее, слетов. Один из лучших в России, а может быть и самый главный в России. Теперь он приглашает 3 сентября, 10 часов до 13 часов, виноградный Южноуральск. Вот, участники будут Челябинская, Свердловская, Курганская, Оренбургская, Пермская, Тюменский край, Башкортостан, Казахстан. Ну, а там же руководство, куда же без них. Вот это, пожалуйста, читайте без меня. Я пробовал, не могу увеличить шрифт. Ну, такой я специалист. Ну, кто очень захочет, тот все равно хотя бы самое главное наберет и вот это вот увидит. Все остальное. День садовода на Южном Урале. Вот это, я считаю, мой долг. Вернуться к этому, рассказать об этом. Теперь возвращаемся к нам обратно. Еще раз, вот его адрес. Вот. И вот его телефон. Но теперь, Николай Георгиевич, нам пора уходить, пора. Все. Я имею в виду, что до сих пор садоводство держится на Урале, на вас. Рядом должен быть Латинков. Но Латинкова нет живых. Вот. В Сибири, ну, в какой-то степени на мне. Есть еще очень ценные садоводы. Так? Вот. Где-то Макаров хозяйничает. Вот. Я от него, от Макарова получил такие замечательные. Надо как-то отдельно снять. У него столько мыслей в голове. Ой, я слушаю его, думаю, господи, праздник на душе. Ну, есть же у нас таланты. Ну, есть. Так вот, я сказал Георгиевичу, что мы с вами должны уйти образно. Почему? Вот. Нам дальше уже не светит. Не показали меня на федеральном телеканале. Хотя во время съемок мы были уверены, что в моем саду что покажут. Ну, что делать? Не судьба.